Действие пятое. В сердце вулкана Попокатепетль. День третий. Мы находимся возле самого кратера мексиканского вулкана Попокатепетль, куда вот-вот опустится наш отважный путешественник. Скажите, конюх, как вы преодолеваете страх перед неизвестностью? А чего страх-то? Там же никого нет. А потом... Ты посмотри на меня. Я сам, кого хочешь, напугаю. А чем будете питаться? Питаться буду крошками из бороды и усов. А, там, знаешь, за 8 лет столько всего накопилось. Ну все, пора мне, корреспондент, пора. А, так, пожелай мне чего-нибудь. Ну я не знаю. А, держите хвост пистолетом. О, а ты откуда, корреспондент, знаешь про мой хвост? Не понял? Ха! Обманули дурака на 4 кулака! Пора мне! Бывай, корреспондент!